Всем привет! Это план покупок и гид по каталогу номер 4 от компании Faberlic. И работать у нас будет с 24 февраля по 15 марта. Это предпраздничный каталог. Для 8 марта здесь составлены целые наборы. И мы сейчас с вами все по порядку посмотрим. Достаточно много у меня наклеек, поэтому постараюсь прям быстренько галопом. На первом развороте у нас поздравление от владельца компании Алексея Нечаева. Он у нас президент, у нас владелец. И я сразу обратила внимание на букет. Я цветы не люблю, но букет шикарный. Когда в нем нет роз, для меня любой букет шикарный. Ну и следующий разворот у нас представлен новой коллекцией одежды. И что я бы хотела купить из этого? Я реально об этом задумалась. Это, наверное, одна из первых коллекций, из которых я вот прям зацепила себе какие-то вещи. Ну, с первого разворота меня привлекли брюки. Они есть в трех оттенках. И я хочу все три. Вот не поверите, хочу все три. Они укороченные, они зауженные. Собственно, это то, что я бы купила. На следующем развороте джинсовая курточка. Я вообще никогда не носила джинсовые куртки, но у меня дочь носит, я примеряла, мне понравилось. И вот здесь как раз куртка, которая без лишних каких-то потертостей, ярко выраженных, такого сдержанного синего цвета, я прям запала, захотела. Захотела джемпер и платье с этой страницы. Платье есть еще в нежно-голубом оттенке. Зеленое у меня есть, летнее платье. Поэтому я склоняюсь к голубому оттенку, это будет дальше. Ну и вот такой джемпер есть тоже в розовом оттенке. Я тоже про него подумала. Ну и дальше листаем. На следующей странице очень красивые аксессуары, но я не ношу бижутерию, поэтому проходит мимо меня. Дальше под цифрой 3, вот у нас здесь, цифра 4, джинсы с металлическим декором. Я не нашла в каталоге, может, невнимательно смотрела, но они очень странно представлены, на них ничего не видно. Но крой у них похож на те брюки. И, конечно, можно было бы их взять, но, наверное, некрасиво будет низ, одинаковые джинсы, одинаковая куртка. В общем, вот этот момент я пока еще в раздумьях, и нужно где-то эти джинсы посмотреть, потому что я вижу, что что-то сбоку здесь на них нанесено, но точно, четко ничего не видно. Вот следующий разворот, мне прям нравится сочетание зеленой юбки, розового джемпера. Вот, кстати, брюки розовые. Зеленый джемперок. Я пока еще не определилась, какие я хочу сочетания, но я реально захотела одежду, наверное, впервые в жизни. Ну, дальше разворот, брюки зеленые представлены. Платье, конечно, испорчено для меня вот этими брошками какими-то, да. Написано, что просто и со вкусом. Обрати внимание на детали, именно делают вещи уникальными. Ну, собственно, здесь, ну, на мой взгляд, вот эти вот стразищи все портят. Ну, это на мой личный вкус. Блузка цвет пудровый. Вроде бы тоже я посмотрела, она очень нежного. Она вообще кажется какой-то такой очень приятный к телу. Но у нее в области лифа, если приглядеться, есть как будто бы вставка из другой ткани. Или, может быть, оборотная сторона. Ну, и манжеты, кстати, тоже. Они более блестящие какие-то, как атласные манжеты. Воротничок, видимо. И вот эта вот область груди выделена. Не знаю, как это будет смотреться в жизни. Полиэстер 1800. Ну, это обычная магазинная цена. Только где-то в магазинах, конечно, такой полиэстер можно в сезонную распродаж купить там рублей за 600. Здесь, конечно, вряд ли. Но, ну, не знаю, тоже эту блузку попробовать, не попробовать. Посмотрим. Также на этом развороте у нас шарфик, и посмотрите, какие резиночки для волос, они вот здесь на девчонках продемонстрированы, и, как я поняла, они в наборе идут две штуки, то есть и та в наборе у вас будет за 199 рублей. Следующий разворот, ну, комбинезон — это вообще не моя вещь, вот эту вот блузку тоже хочется примерить. Не знаю, как я это буду все проворачивать. Так, дальше, ну, желтые вещи — это у нас уже были, как я понимаю, но я, честно, не очень следила, потому что для меня этот цвет, знаете, один раз на фотосессию сходить, какие-то образы сделать, а вот в жизни на улицу я бы, ну, не вышла, я не настолько смела, чтобы такой яркий цвет носить. Дальше страница 19, и здесь обувь у нас, она подходит, ну, собрано все в образ.
Сумка у нас в конце каталога, по-моему, будет представлена. Кошелек светло-бежевый, обратите внимание. Так, ну и кеды женские, все, конечно же, искусственно. И как бы ни писали эко-кожа, это все равно все не натурально. И для меня это все неприемлемо. Никакая эко-кожа. На второй день все это, ноги начинают там очень сильно мокнуть, появляется запах. Как бы ты ни старался, он все равно будет. Чем бы ты ноги не обрабатывал, обувь, это все равно будет. Я это все не люблю, поэтому покупаю, переплачиваю, но покупаю натуральную кожу. Дальше страница 21. И здесь у нас опять зеленый джемпер, сумочка и брюки. Для меня они вообще не носибельные, но опять же у всех разные вкусы. Страница 24, здесь уже описание новой линейки. Новая уходовая линейка Океанум она называется. И здесь прямо написана целая история, почему этот крем работает лучше, чем какой-либо другой. Что в линейку входит? На первой странице крем-маска для лица, крем с умной многослойной ламеллярной структурой из родственных кожи компонентов, восстанавливает микроповреждения в течение ночи. Концентрат для кожи вокруг глаз, пробуждающий крем для лица. На следующем развороте морской эликсир, я понимаю, что это сыворотка, и обновляющий крем для тела. Мне кажется, впервые у нас, да, в линейке уходовой за лицом появляется крем для тела 150 мл. Ну и я пока послушаю, что скажут про этот крем другие. Страница 30. Я вам хочу показать, у нас появляются пакетики. Смотрите, пакетик Glam Team и весенний. Очень симпатичный, очень классный. Если вы кому-то дарите Glam Team, не надо теперь заморачиваться, во что положить. Есть прям для этого специальный пакетик. Он маленький, он стильный. Короче, пакетик классный. Следующий разворот, и дальше уже поехали. Это, ну, прям по цветам такие собраны наборы. Подарочные, ну, кто-то, может, на 8 марта на такие суммы и не дарит, но как идею можете подхватить, что-то из этого заказать. И появляются у нас ободки. Посмотрите, какие они толстенькие. Они будут у нас в трех цветах. Черный, пыльная роза и синий. 349 рублей. Я, когда делаю макияж, я тоже волосы убираю ободком. И у меня какой-то старенький страшненький ободок, наверное, я куплю. И куплю светлый, я темные оттенки не очень люблю. Светлый, кстати, пудровый, вот здесь на модели сразу показан. И, девчонки, умираю прям как хочу, цвет фуксию, вот эту матовую помаду 40467, которая вот здесь представлена. Я матовые помады не люблю, я не впечатлилась и этой. Ну, просто потому, что это не мой продукт, как я могу вдруг полюбить там, да, то, что я не люблю. Вот, ну, может быть, со временем, да, вкусы меняются, но я этот цвет почему-то захотела, хотя я с трудом представляю себя в этом цвете. Так, и все еще у меня теплится надежда купить кошелек. Хочу вот этот кошелек и хочу вот эту сумочку на лето. Если я поеду отдыхать, то самое то вот этот формат этой сумочки. Положить телефон, положить карту от номера и, ну, не знаю, там пару долларов там, да, на магнитик. Замечательно все войдет. И хочу именно красного цвета. Набор для рук, страница 47, в подарочной праздничной упаковке, которая шла у нас на Новый год, обратите внимание, это классный подарок, вообще любой, мне кажется, обрадуется, уход за руками, это даже не гель для душа, а прям такая полезная штука. И обращаю ваше внимание, смотрите, ароматы, да, очень редко про них говорю в этих обзорах, но аромат Донна Феличи здесь у нас с ароматизированной страничкой, мало того, что скидка 55%, можно еще и ощутить. У меня он был в мини-варианте, 15 мл, и я знаю этот аромат не из пробника, а из флакона. И могу сказать, что он полностью соответствует. Вот здесь можно потереть и протестировать, и это абсолютно будет у вас точно так же на вас. Набор инкогнито женский-мужской всего лишь за 1300 рублей. Круто! Теперь посмотрите, набор Urban Legend.
999 за два аромата, за два, за мужской и женский. Опять же, да, это до скидки, это если вы покупаете через консультанта. А если вы зарегистрируетесь по ссылке под этим видео, то у вас сразу будет еще 20% скидка и сможете еще один подарок, еще один аромат взять в подарок. Но об этом я расскажу чуть-чуть попозже. Следующий разворот, страница 61, и здесь можно протестировать Ренату зеленую. Точно так же для России, в российском каталоге, я не знаю, девчонки, кто смотрит меня из других стран, будет ли у вас такая страничка, но российский каталог ароматизирован. Вот две странички можно протестировать, тоже аромат совпадает. Пуртужур, это просто легендарный аромат в каталоге, зеленый, со скидкой 50%, если вы выбираете водичку, то, в принципе, вот из всех, которые здесь представлены, можете выбирать смело из ароматизированных страничек, ну, и то, что я показала со скидкой. Страница 78-79, любые два аромата за 279 рублей каждый. Это упрощенные варианты, ароматы внутри те же самые. И, например, Рената, которая стоила 2000 рублей, красная Рената, вот эта вот красная, стоит 279 рублей, в два раза меньше объем, и вот такая лаконичная упаковка. Я считаю, что кто не заморачивается по упаковке, кто берет себе, тому это очень даже выгодная акция. Здесь я сделала закладку на помаде Hydra Lips, увлажняющей помаде из линейки Glam Team, на оттенке 40-619. Она у меня сейчас на губах, я купила пробник, и... Вот так она выглядит. Ну, как-то так совершенно нейтрально, называется «Чайная роза». И думаю, почему же я вообще ее не взяла, я же взяла розовый закат, вот эту вот. Опять мне не подошла, опять ее только в видео использую. Но начала с 40-620, ее у меня отобрала дочь. Мне не нравилось, как она лежит, а дочерина, очень тоненько она ее наносит, и ей хорошо, естественно, как-то губки выглядят. Ну, а эту помаду, не знаю, взять, не взять. Мне кажется, так, ну, нейтрально, симпатично смотрится, при том, что у меня оказалось, что вообще нет приличных помад. Страница 104, тени и тушь для ресниц из линейки Секрет, всего лишь за 649 рублей в паре. Эту тушь однозначно могу рекомендовать. Она, конечно, не такая шикарная, как те, что вышли в линейке Glam Team, но она очень даже приличная. Тушь с обычной фибровой щеточкой, качественно красит, долго держится и долго не засыхает. И запеченные тени, ослепительный взгляд. Девочки, тени шикарные. На этом же развороте, так незаметненько внизу, спрятались карандаши для бровей. Тоже из линейки Секрет. Посмотрите, всего лишь за 199 рублей. Это то, что нужно забирать в первые часы каталога, потому что разберут на целых 100 рублей дешевле, чем обычная цена. Страница 106, это буквально следующая, и здесь лаки из линейки Секрет, 159 рублей. Я поставила галочку на том лаке, который я хочу купить, и, наверное, даже два. Это просто какая-то невероятная стойкость именно у этого оттенка. Сейчас у меня на ногтях соседний 75-60, а вот этот серенький, он такой бежево-серый оттенок, нейтральный какой-то. Он прекрасно ложится, он не полосит, он моментально просто засыхает. И, девочки, он держится, я не знаю, 4 дня это точно. Это можно вот им накрасить руки и забыть. А остальные оттенки вот почему-то себя так не ведут. У меня есть еще престижный бежевый, который вот здесь наверху. У него нет такой стойкости, но у него и текстура другая. Там есть какие-то блестящие частички. А вот этот 75-60, ну, возможно, для лета он смотрелся бы лучше. Оттенок у него называется трепетный персиковый, ну, наверное, такое есть. Мне не очень понравился. У меня еще есть розовый, кокетливый розовый, который без перламутра. Ну, он прям совсем такой весенний-летний. Тоже стойкость у него, ну, и ложаться хуже. В общем, из всех, которые у меня есть, самый клевый это вот этот бежевый. Я однозначно парочку возьму. Появляется у нас помада Stay On, стойкое очарование, и любой оттенок сразу за 199 рублей. Ну, я не фанат ни матовых, ни стойких помад, мне нравится что-нибудь пожирнее, поэтому я прохожу мимо. Страница 110, и здесь помада Бархатный сезон, вот она полуматовая. Она уже не так губы высушивает, нет такого прям совсем матового эффекта, который мне не очень нравится. И я впервые в жизни увидела вот этот оттенок. Все время какие-то другие оттенки нам красные в основном, да, предлагают крупным планом, а здесь предлагают коралловый.
Все, у меня снесло голову, я решила, наверное, надо брать. Страница 112, и здесь бальзамчики для губ, я отметила фиолетовые. У меня очень быстро стали расходоваться бальзамы, и, ну, потом, не знаю, воздух сухой или еще что-то. Я дома постоянно бальзамом пользуюсь, и вот этих надо взять, хотя у меня сейчас есть еще два в запасе, но за 59 рублей... Обязательно нужно взять, пусть лежат, ничего не сделается. Страница 113, здесь блески для губ, они у нас называются зеркальными, но не рассчитывайте, что они будут вот так смотреться, как здесь, они будут просто культурно блестеть без каких-либо вот этих всех зеркальных эффектов, даже если сильно наслаивать, не добьешься. Страница 115, матовые, жидкая матовая помада, матовый металлик, жидкая помада для губ, матовый металлик, тоже 199 рублей. Я, кстати, даже такую не пробовала и вижу, что, ну, тоже продукт не мой. Дальше 116-117 страницы, и здесь акция, нужно купить набор, помаду и тушь за 299 рублей. Это классное предложение, тушь для ресниц можно взять Push Up, а сатиновая помада Сияние в цвете, это вот действительно такая глянцевая, кремовая, плотная помада, которая реально дает вот такие губы очень красивые. Ну и тушь Push Up, это уже, мне кажется, классика каталога. Цены здесь написаны реальные, 269 рублей за одну и за другую, ну а вместе 299. У меня очень много, кстати, есть оттенков этой помады, и я ею очень довольна. Появляются у нас новые маски, однокомпонентные маски, тканевые, и из преимуществ здесь написано, что ложится на лицо, как вторая кожа, потому что ультратонкая ткань, и дарит максимум комфорта во время процедуры. Накопительный эффект есть у этих масок, с каждой новой бьюти-порцией кожа становится более ухоженной, целенаправленно воздействует на конкретную проблему, эффективно решая ее. И у нас в коллекции 6 масок, очень красиво все это выглядит, с новым шрифтом у Faberlic, тоже сразу вообще по-другому как-то смотрится продукция, более презентабельно, квадратная упаковка, в общем, мне вот здесь все нравится, если сравнивать с масками Juicy Care, такие они все с ягодками, с фруктами, то вот это мне более лаконичная, нравится больше упаковка. Ну и любые две маски всего за 119 рублей каждая. Конечно, маски подороже. У них получается ценовая категория между Juicy Care и Beauty Lab. Я возьму все 6 попробовать, мне очень интересно. У нас здесь есть витамин С, это оксидант у нас, антиоксидант, жемчуг, пептиды, гиалурон, коллаген и алоэ. Так, следующая закладочка у меня на акции Beauty Lab, да. Сыворотка для лица антистресс, посмотрите, будет со скидкой 45%. Обычная цена 999, ну а здесь 659. Набор Weekend. Я все больше люблю эту линейку. Страница 143. И здесь набор из целых 3 средств всего лишь за 899 рублей. Гель для век, восстанавливающий крем для лица и ночная маска. Замечательный наборчик. Дальше Bloom. Здесь тоже набором к 8 марта нам предлагают всего лишь 600 рублей за 3 крема. Дневной, ночной и для век. И также для любого возраста эта акция повторяется, так же, как и для первой странички желтенькой, которую я вам показала. Дальше. ABC пилинг. Возможно, для кого-то уже поздновато его использовать, но прочитайте. Вот здесь вот подробно расписано, для какого возраста, как использовать, какие проблемы решает, и, возможно, захотите приобрести и поделать его. Я очень люблю этот ABC пилинг и использую, но в данный момент не использовала, потому что у меня были проблемы с обезвоженностью, там еще с чем-то, но прочитав информацию, я поняла, что при обезвоженности ABC пилинг даже показан. Мне было это очень интересно, поэтому я-то заблуждалась, думала, что нельзя. В общем, теперь, скорее всего, вернусь, у нас еще такого активного солнца нет. Страница 177. Ну, обязательно буду брать крем активный, который у меня сейчас в использовании. Он у меня заменил и дневной, и ночной крем для шеи и декольте. Я им пользуюсь в сочетании с сывороткой, и сейчас он будет по цене
479 рублей, если я наберу заказ на сумму по каталогу от 2000 рублей. Ну, для меня в такие акции, когда я собираю заказы, бывает и 3-4 штуки доступны, поэтому один-то точно я возьму, уж я два, наверное, брать не буду, потому что, скорее всего, надо будет что-то из новинок купить в обозримом будущем, поэтому больших запасов делать не буду. Страница 224, 225, и обращаю ваше внимание на линейку No Snow, вот на вот эти условия, да, здесь написано второе средство за 99, то есть первое вы покупаете за 199, а второе за 99. Ну, по сути, это та же самая акция, когда каждая стоит 149, только нам предлагается купить два товара. Следующая страничка, 241, и здесь у нас живица, которую я обязательно куплю, и травяной сбор иммунити. Я реально подсела на наши чаи. Там обычные пакетики, фильтр-пакетики, без веревочек, без каких-либо там украшательств, просто обычные фильтр-пакетики. И внутри травки я пью вместо чая. С утра я пью иммунити. На ночь я пила для сна, но потом я купила, вот который называется «Спокойной ночи», потом я купила «Чистота и легкость в теле». Пью его теперь на ночь, они все очень вкусные, поначалу как-то непривычно было, но теперь я, честно, даже не хочу возвращаться к обычному чаю, ну пока, да, у меня все периодами, все волнообразно. И хочу еще обратить ваше внимание на страницу 236. Я тут собираюсь немножко сбросить вес и вас пригласить сделать это вместе со мной за компанию делать. Это будет, ну, и веселее, да, и как-то больше мотивировать будет. Конечно, это буду все делать в режиме онлайн, в Инстаграме. Каждый день буду пытаться выкладывать все, что я ем, порции показывать. Но я справляюсь без каких-либо препаратов, да, которые стимулируют снижение веса. Я худею за счет уменьшения порций. Но, возможно, кому-то потребуется дополнительная помощь. И вот здесь у нас программный подход к похудению. Начни с очищения, ускорь процесс похудения, контролируйте аппетит. Все штуки очень интересные. И посмотрите на две из них как раз скидки. Вы можете, если будете со мной все это проходить, если вам нужны будут эти помощники, вот имейте в виду, что они со скидкой 35% можно будет заказать и использовать. Страница 247 и подушка Valix с гречневой узгой всего лишь 499 рублей. Для консультантов еще на 20% дешевле. Девочки, эта штука незаменимая для ежедневных 5-минутных процедур, и потом вы просто чувствуете себя совершенно иначе. Ну, а на этот валик у меня есть отдельное видео. Посмотрите о том, о моем отзыве. Ну и дальше уже решайте, нужен вам или нет, но у меня он уже, мне кажется, скоро истончится, мы с мужем постоянно в драку за него. 253-я страница у нас появляется, ну все меняю, да, порошки заменили, пятновыводители заменили, теперь еще и отбеливатель у нас тоже в новой формуле, в новой упаковке. И можно купить на пробу саше всего за 19 рублей. Все это сделано в Германии на шикарном заводе, который профессиональные средства для стирки производит. Поэтому почитайте и делайте заказы. Страница 274-275 у нас появляется корректирующее новое белье. Я особо его не разглядывала, потому что, ну, не планировала покупать и не планирую, хотя в каких-то ситуациях оно не помешало бы мне. И вот подряд несколько страничек этому посвящено. Здесь есть и майки, и шорты, и топы. Так, что у нас еще здесь есть? Сейчас я открою новинки. Колготки. Фэшн-акцент у нас сделан на колготки. Ну, во-первых, у нас есть колготки в горох, это вот из того, что у нас уже было. Дальше с геометрическим орнаментом, да, с гусиной лапкой. Очень, очень интересные колготки, кстати, надо подумать, может быть, купить. С анималистичным рисунком колготки, я их видела вживую, очень интересно смотрится. Как раз вот с такими однотонными платьями. Новинки у нас с орнаментом, с цветочным и просто с геометрическим вот такими ромбиками. 349 рублей.
Я зимой сравнивала цены с Кальцедонией, можно умножать на 4, и тогда вот в Кальцедонии можно купить колготки. Там от 1200, по-моему, или 1300 и до бесконечности. Новые цвета в джемперах, голубой и красный. Это просто... У нас они уже были, да, в оттенках, которые выше, и появилось два новых цвета. Так, следующая наклейка. Ага, это опять одежда, да. Одежда здесь я не поставила. Здесь очень много еще и в конце одежды. Вот эта конкретная коллекция вся мимо меня. Я не люблю вот эти ни питонов, ни голубые, ни вот эту вот металлические всякие цепи на одежде. Это все мимо меня. А вот здесь очень все красиво представлено. Мне нравится блузка, но я в офис больше не хожу, не работаю. Она мне ни к чему. Симпатичная сумка, но пока мне сумка не нужна. Вот ободок, да, который я задумала купить, здесь представлен. Ну и еще очень стильная бижутерия. Дальше опять кеды, обувь на каблуке классических цветов, бежевый и черный, но высота каблука 10 сантиметров. Имейте в виду, да, не каждый может ходить. Пролистнула целых две наклейки, сейчас будем их разглядывать. Что же я здесь присмотрела? Захотела вот эту курточку. Вот я прям уверена, что я ее куплю и буду носить. И цена у нее под цифрой 2, 2499. Значит, 2000 она будет в закупе и 149 рублей доставка. Нормальная цена для курточки, которую можно накинуть летом и просто какую-то прохладную погоду. И брючки, кстати, которые вот на девушке надеты, тоже очень даже ничего, 2000 рублей, в них есть вискозы, значит, они, наверное, будут чуть-чуть подминаться, полиэстер и эластан. Ну, может быть, эластан, конечно, это все и нивелирует, да, вот эту всю повышенную склонность к замятию у вискозы. И вот, кстати, здесь это голубое платье, такое же, как было в начале каталога, зеленое, и которое я тоже хочу взять на примерку, оно всего 1500 рублей. Получается, 1200 будет закуп. А, ну вот я поставила стикер, да, я начала... Хотела начать показ новинок, да, еще у нас опять вот это вот целая здесь стопка одежды, но здесь ничегошечки, вот только вот на этом развороте я вам показала курточка и платье. Также есть и для мужчин, тут много чего новенького, кроссовки, тут, ну, все, что мы смотрели на цифровом форуме. Открыла для мальчишек, да, вот я хотела своему мальчишке что-то из обуви присмотреть и кофточку какую-нибудь. Ну вот смотрю, вроде сделали симпатичную кофту на замке, как я люблю, но опять она темного цвета для лета, и мне такой цвет не нравится. Я летом люблю, чтобы ребенок ходил во всем светлом, а здесь у нас март, до лета останется всего лишь там месяц-два, вот эту кофту, ну и тем более она какая-то закороченная, да, по поясу мы видим, мне не подошла, ну, на вид. Мне понравилась обувь, возьму ему на примерку, скорее всего. Я тут ему взяла на примерку с распродажи, он у меня все забраковал, поэтому вот, ну, будет актуально за 1200. Ну, так, в принципе, и стоит обувь в магазинах, только в магазинах мне баллы никто не начислит, и я потом за рубль что-нибудь не возьму, а здесь я просто вот этим пользуюсь. Ну и страница у нас 352-353, и здесь, так, ну, про тушь я говорить не буду, она мне не понравилась, не могу ее рекомендовать, а вот помадки, вот эти мне нравятся. Тени мне не понравились, а помадки очень даже симпатичные, они оформлены в виде карандаша, выкручиваются тоже как обычная помада, ну, карандаш, но это не сухая помада, это не карандаш в его вот буквальном смысле. Это такая очень мягкая, приятная помада, которая ложится тоненько, но не полупрозрачно и очень комфортно на губах. 149 рублей, это, ну, прям видно, что пытаются вывести эту помаду, уже продают, и она была вообще 279, поэтому имейте это в виду. Ну и давайте разглядим последнюю обложку каталога. Здесь подарки для новичков. У нас уже эта фишка была использована в каталоге номер 3, когда в первые 24 часа после регистрации получаешь подарок. В третьем каталоге это был набор пробников. Что будет здесь, я не знаю. Но при заказе по этому каталогу на сумму
Вот 1999, в следующем заказе по каталогу номер 5 вы получите на выбор один из ароматов Рената. А в этом каталоге, когда будете делать заказ, если вы новичок, то закажите пробники. И по пробникам уже решите, какую из водичек вы возьмете. Есть у меня подробный обзор на эти ароматы в формате видео. Я поищу и тоже прикреплю в описании под это видео. Так, ну и что нам нужно сделать? А, не на 1999, девочки, я вас обманула. Заказ нужно сделать на 1699, на 1700 всего лишь. Это здесь цена воды указана. А заказ нужно сделать на 1700, от 1700. И тогда в следующем заказе вы получите водичку за 1 рубль. У меня тут поступила претензия, что я, ну, якобы вас обманываю, да, говорю, что в следующем заказе вы получите водичку за 1 рубль. А на самом деле все думают, что мы закажем пакетик за 1 рубль, оплатим доставку 99 рублей и получим аромат. Но ничего подобного, надо делать заказ. Так вот, девочки, заказ пакетика за 1 рубль – это не заказ. Минимальный заказ следующий по следующему каталогу должен быть на 1000 рублей, для того, чтобы сработала скидка, для того, чтобы можно было получить этот аромат в подарок. И я никогда в жизни не подумала бы, что под словом «заказ» можно подразумевать пакетик за 1 рубль, о существовании которого новички даже не в курсе. Но претензия прилетела, я отвечаю на нее. Заказ – это заказ, это не пакетик за 1 рубль, поэтому второй заказ должен состоять из каких-то товаров, а не одного пакетика, за доставку которого вы заплатите 99 рублей. Ну и за подарок рубль. Нет, нет. Этот первый заказ оплачиваете вперед действия вот этого каталога. 1699, его минимальная стоимость по ценам, которые указаны в каталоге. У вас уже потом сработает скидка, вы оплатите меньше. Но считаем все по ценам каталога. 1699 – это первый заказ, оплачиваете. И в следующем каталоге, номер 5, делаете заказ на 1000 рублей. И за 1 рубль получаете аромат Рената, который стоит в каталоге 1999. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Я думаю, вы что-то себе уже приглядели, записали. Ну, будем вместе покупать и делиться впечатлениями. Пишите свои комментарии. На этом все. С вами была Марина Соловьева. Всем пока.